Re, viss ēters ir te! Переносимся в Рижскую думу. Несмотря на протесты ряда депутатов парламента и даже президента, мэр Риги Нил Ушаков не собирается уходить с должности в свете скандала с Рига-Сатексмой. И в случае, если Сейм примет законопроект о распуске думы, мэр обжалует его в суде Сатверсмы. Свое заявление журналистам мэр был вынужден делать под возгласы оппозиции, которой накануне не удалось сместить его с должности главы самоуправления. Во-первых, мы пойдем в Конституционный суд, во-вторых, мы в Конституционном суде выиграем, а в-третьих, я хотел бы напомнить, что если будет принято антиконституционное решение Сейма, это может привести к дальнейшему распуску парламента, потому что распустить Думу на основании, я процитирую премьер-министра, ссылок на социальные сети, ну, это уже даже не 37-й год.